нашем шаблоне есть часть блоков с текстом, который должен редактировать контент-редактор сайта, простым образом из публичной части. Это в шапке телефонный слоган, в подвале контактные данные и социальные ссылки. Для реализации такой возможности есть специальный метод include_file. Мы указываем путь до файла, в котором разместится данная область, и тип редактирования данной области, либо HTML с визуальным редактором, либо просто текстовая область. Мы специально создали в корне сайта папку include, и в данной папке мы создаем файлы, в которых будет помещаться текст, который необходимо редактировать. Произвели замену всех областей на вызов API, проставили соответствующие типы, текст перенесли в соответствующие файлы. И теперь у нас все необходимые области доступны для редактирования прямо из публичной части сайта.